Прибой, две пачки. Боря. Ты ведь раньше никогда не курил. Теперь курю. Уже больше 2 лет. Блок БТ, пожалуйста. Ну, здравствуй, Лиля. Здравствуй. Давно переехали в Волгоград? Я одна. С дочкой. Бывает. Ну, поехал. Пачку орфея, пожалуйста, и коробочку спичек. Спасибо. Ну, что ж ты ничего не расскажешь про себя? Техникум бросил. Нет. Заочно кончаю. Больше ничего не спросишь? Отвечаю. Нет, не женат и не собираюсь. Мне одному хорошо. А нас двое. Я и доченька. Нам тоже хорошо. Вот отлично. В общем, привет. Мы с Лилькой гулять начали, когда даже ничего еще не понимали. Слова такого не знали — любовь. Просто. Ну, например, я стою с ребятами, и она идет. Я чувствую, становлюсь, ну, ненормальный какой-то, сам не свой. Ну, ребят, конечно, замечают, начинают смеяться. Ты, мол, чего такой красный стал? Я, понятно, кого-нибудь стукну, сам все равно к ней. И вот мы идем по улице. А городок у нас маленький, и каждый вечер на каждой заваленке старушки сидят. И смотрят, и знакомых много. Один раз я просто назло под руку ее взял, и так мы шли. Я вижу, что она дрожит вся, и
глазах слезы, плачет. А руки все равно не отнимает. Но словами ничего не говорили. Просто, например, если я иду в поход, какую-нибудь вылазку, то и она тоже. А если она записывается в художественную самодеятельность, то и я. Ну, понятно, целовались. А вот уж когда я в Волгоград уехал в техникум, вот тут я понял, что такое для меня Лилька. Я иногда вот просто чувствую, что вот как будто бы только что в руках ее руку держал. Или ночью просыпаюсь и как будто Лилькин голос слышу, что Лилька меня зовет. Вот. Ну, а потом приехал на каникулы и пришел к ней. Она мне говорит: Боречка, у меня есть жених, я выхожу замуж. Я говорю, неужели на все, что было, крест? Неужели любовь ничего не стоит? Неужели... Она говорит: Боречка, все романтика. И усмехается. Ну, я попрощался и ушел. Вот так все кончилось. Вот. Правда, потом, когда я уезжал, она на станцию прибегала, плакала. Говорила, что, мол, у меня мама. Мама, мол, мне все отдала, у нее была трудная жизнь. Она хочет, чтобы я была счастливой. Ну, все понятно. Ну, попрощались, и я уехал. А напоследок она мне еще сказала: мол, у тебя-то, Боречка, ничего нет. У тебя только койка в общежитии. Вот так все. Теперь-то я знаю. Такого чувства уже больше никогда не будет. Самое лучшее, что может быть в жизни, уже было. Только я тогда не понимала. Да если бы он хоть в одном письме высказался, если бы хоть строчка была от сердца. Мама почти каждый день: подумай, хороший человек ходит. Хороший человек. Была одна такая минута. Чувствую, что все не так. То вот сейчас сама все убью. Самое лучшее сама уничтожу. Это на станции было, когда Борька уезжал. Я говорю, говорю, а в душе совсем другое. И все жду чего-то. Может, что-то такое скажет? А может, просто за руку возьмет и скажет: не отпущу. Была такая минута. А я послушалась. Только он гордый, желаю счастья, и уехал.